Это мероприятие соберет популярных исполнителей на одной площадке, чтобы показать зрителям тренды и новинки музыкального мира. Фестиваль пройдет в IT-парке имени Башира Рамеева и начнется в 18:00. На сцене выступит 13 артистов из разных уголков России, которые представят свое творчество в рамках уникального аудиовизуального шоу. Концепция фестиваля вдохновлена историей орбитальной станции «Мир», и каждый исполнитель внесет в нее часть своего внутреннего мира, представленного в виде неизведанных планет. Музыкальный фестиваль «Станция Мир» в этом году проходит во второй раз. Первое событие состоялось в 2023 в IT-парке имени Башира Рамеева, и на этой же сцене пройдет фестиваль в этом году. Площадка была выбрана не случайно. Ее возможности помогают нам наиболее полно раскрыть артистов для зрителя, и она уже стала своеобразной базой нашего фестиваля. В течение 2 часов зрители будут погружены в атмосферу станции «Мир», где каждый сможет стать участником космического путешествия. На сцене появятся исполнители, которые уже успели завоевать любовь публики, включая таких артистов, как Дышать, Каспий и Юхим. Совместная работа с электронными музыкантами и поддержка живого звука от бэнда фестиваля создадут неповторимую музыкальную историю. Также в программе фестиваля предусмотрены образовательные мероприятия для музыкантов, включая мастер-классы от экспертов индустрии и музыкальную лабораторию. В этом году мы решили расширить свою географию, и на сцене выступят артисты не только из Татарстана, но и со всей России. Фестиваль «Станция Мир» — это открытая площадка, и в этом году мы получили более 300 заявок от артистов со всей России и даже из-за рубежа, и отобрали 13, которые объединятся и выступят на одной сцене 30 апреля. В этом году на станции «Мир» выступят артисты не только из Татарстана, но и из других регионов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Ижевск и Саратов. Приобрести билеты на фестиваль можно через краудфандинг-платформу planeta.ru. Проект организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и арт-резиденции «Реактор». Отметим, что партнером фестиваля является наш телеканал «Универ ТВ». Это событие обещает стать незабываемым опытом для всех участников и гостей. Аделя Курбангалеева, Аделина Абдрахманова, Елизавета Газизянова, «Универ Новости».